Друзья, всем привет! Тревожная новость из поселка Афипский. Там в дачах, по-моему, Авиатор называются эти дачи, на улице Кореновского, 52, оборвало линию электропередач. Там находится питомник для животных, там плюс женщина, которая за ними смотрит, как я понял, это ее мама, она после инсульта, они лежат, замерзают, уже 4 дня без света, техника проехать не может, потому что дорога не расчищена. Обращаюсь к Андрею Владимировичу Дорошевскому, это глава Северского района, чтобы сейчас посодействовал, нужно отправить туда трактор для расчистки дороги и электриков, чтобы восстановили подачу электроэнергии, потому что люди замерзают. Очень большая просьба к вам отреагировать как можно быстрее. Желательно это сделать сегодня, потому что ночью будет минус, и они будут дальше замерзать. Сделайте это, пожалуйста. Очень вас просим.